quella zona. Ah, sì, l'Italia. Prima была Италия, до нас мы в Черногории. Давай. Давай. Да. Fucking shit! И... О, черт! Я бы не хотел быть. Горные козы! Каньоно! Ого! Упси! Я нарушил правила движения, но ничего страшного. Oui. Montenegro. Lots of cliffs and other things, such as Coca-Cola, chocolates. Это моя машина. Это Opel Corsa. Opel Corsa è molto bene, molto molto molto. Hi. As this. Только у боснийцев могут быть такие раздолбанные машины. Итак, это не Италия. Мы сейчас находимся на. Не знаю, куда эта гора. Но это, короче, побережье. Здесь вот море. Такая лужа. Она идет вот так, туда. И вот там. Там Италия. Вот там, через океан. This year, the Beta 13 flight. He is going to Madrid. There he is. Здесь очень и очень много места. Сейчас я покажу. Старый Париж. Он всегда отличался тем, что тут очень узкие улицы, на которых помои. Сейчас 6 часов утра. Видно, что здесь раньше была пьянка. Потом всех быстро выгнали. Пустые столики. А вон пустые улицы. Даже никакие пьяницы не валяются. Они еще ходят. Это не Рио-де-Жанейро. Сейчас я буду пробовать киви, которые мы сорвали там в саду. Очень, очень вкусно. Фантастично. Знаешь, что может быть?
Но они так и не дошли до пещеры. There are many microorganisms living in the caves. То есть, значит, будет жевать и жить сороконожку? Большие бразильские глисты. Слушай, они друг с другом. Hello, welcome to Herzegnovi. This tour will show you the best and the greatest places in Montenegro that I have so far had the unfortunate luck of, what's the nicest way to say this? Stubbing my crotch on. This here is the piazza. Вот там был downtown. Там никого нет. Это такой типа заброшенный город. Здесь вообще очень мало людей. Здесь какая-то эпидемия, что ли? Все вымерли. Это старый град. Он очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень старый. Здесь есть много старинностей и старостей. И это вообще такая рухлядь. Здесь смотровая площадка. Сейчас мы увидим весь пейзаж. Добрый день. Добрый день. Како? Entrance is 1 euro. 1 euro? Yes. Что я овде? Что я овде? Упс, я не хотел делать видео, но уже поздно. Короче, это Герцегнови. Из тех городов, которые мы видели, кроме которого, может быть, да очень может быть, это самый красивый, самый лучший и, главное, самый легкий. Жум-жум. Короче, я сижу на этом камне и смотрю на это озеро. Озеро. Вот это озеро. Короче, это озеро. Я на него смотрю сейчас. А вот там вот Никшич. Это город, где делают пиво, Никшичка. Которого я уже пился. Так. В Никшич мы больше не приезжаем. Это какая-то деревня. Здесь воняет навозом. Вот город, которым они гордятся. Это пиво Монтенегро. Его зовут Никшичка. Вот он, Никшич. Вот он. Вот он. Oui, Никшич. А вот фактори, где делается Никшичка. Вот здесь оно делается, это пиво. Сейчас я продемонстрирую. Вот это охранная собака. Привет, скажи гав. Эй, пошла, брысь отсюда. Ну вот, сейчас еще притрется. Нет, у тебя вши, уйди. Так, маленькая реклама. Вот так выглядит типичный нетуристический город. Это город Никшич. Сам съешь? Да-да, сам чего там, не знаю. Whatever. Так, надо скорость включить. Вот здание, граффити, хулиганы, не знаю,
была ли это проститутка или нет, но вот такой город. Хода. Хода. А вот там строятся апартаменты, вот экран там. Ну, опять граффити, это меня напоминает больше всего в России. Вон завод Никшечка где делается, а вон сам Никшеч, этот Никшеч, деревня, короче. Вот так, больше туда мы не поедем. Montenegro. Мишка летит. Наш водитель Саша. Окино, Хонолулу, Хавайи. Monte Montenegro.